Муравленковские волонтеры проекта «Будущее Арктики» участвуют в предновогоднем экологическом конкурсе «Новый год 89». Экоактивисты построили елку из использованных автомобильных шин, которые были собраны на территории города. Это материал, который после утилизации можно вновь использовать в производстве, например, для изготовления резиновой крошки или добавок в асфальтобетонную смесь. Волонтеры так и поступили. После сборки эко-елку отправили на переработку. Участием в конкурсе волонтеры призывают ямальцев к бережному отношению к природе. И хотели бы, чтобы в следующем году люди поответственно относились к данному виду отходов. У нас в городе есть специализированная точка сбора ТБО и ТКО, поэтому просим все-таки данный вид отходов привозить на точку, ну и бережнее относиться к природе. Принять участие в конкурсе может любой желающий. Нужно создать свою новогоднюю красавицу из различных материалов, которые можно использовать повторно, и опубликовать фотографию эко-елки в социальных сетях.